В храме преподобного Серафима Саровского этим утром жителей и гостей города встречал хор воскресной школы. Сегодня здесь настоящий праздник. Из нескольких сотен храмов со всей России всего 52 прихода выиграли конкурс. Анапский храм в их числе. Грант в 500 000 рублей пошел на создание гуманитарного склада. Здесь многодетные и малообеспеченные семьи, а также жители, попавшие в трудную жизненную ситуацию, смогут получить гуманитарную помощь. Сегодня мы начинаем это доброе дело, включаясь в общий мощный поток социальной работы синодального отдела Московской Патриархии. Склад, который мы открываем, носит статус не приходского и даже не епархиального. Это склады патриаршии. По благословению патриарха Московского и всея Руси, нашего патриарха Кирилла, открываются повсеместно эти склады гуманитарной помощи. «Каритас» в переводе с латыни – это «милосердие». Именно такое название теперь будут носить эти помещения. Расположились они прямо в цокольном этаже храма. Обеспеченные всеми необходимыми системами противопожарной безопасности и сделанные по всем санитарным нормам, они заняли площадь в 60 квадратных метров. Отец Александр при поддержке председателя отдела благотворительности Новороссийской епархии Андрея Шамро осветили помещение. «Все отправления молитвы священные. В числе почетных гостей – директор государственного учреждения Центр социального обслуживания населения Ирина Кайгородова. Много лет ее организация сотрудничает с приходом храма. Еще до создания гуманитарного склада мы очень плодотворно и очень тесно всегда работали с православным храмом Серафима Саровского. Неоднократно, пользовались возможностью получать вещи от прихожан, которые добровольно оказывали помощь, и мы, пользуясь таким случаем, приезжали сюда и брали вещи и пополняли свой пункт приема и выдачи благотворительной помощи вторые руки. Поэтому сегодняшний склад и вот эта возможность, что есть социальные партнеры в виде храма, сегодня это еще одна большая помощь и поддержка населению муниципального образования город-курорт Анапа. Сразу после открытия многодетные и малообеспеченные семьи получили подарки. Это продуктовые наборы. Также были вручены благодарственные письма тем, с чьей помощью удалось в кратчайшие сроки наладить работу объекта. Теперь жители города могут приносить свою гуманитарную помощь в храм. Прием вещей ведется 7 дней в неделю. Священнослужители также просят поддержки у предпринимателей города Анапы. Мы просим помощи не только у горожан, которые приносят вещи уже бывшие в употреблении, но также и у бизнеса, потому что нуждаемся и в гигиенических наборах, спросом очень пользуется, требуются новые вещи, обувь, все, мы не способны обеспечить запрос, потому что спрос превышает предложение наше. Приносить вещи можно в храм преподобного Серафима Саровского по адресу Анапа, улица Маяковского, 111В, напротив Южного рынка.